Не дай Бог нам, будущим поколениям, забыть нашу историю, забыть заслуги Владислава. К сожалению, к большому сожалению, такие моменты сегодня существуют, и попытки, отдельные попытки связать и нивелировать имя Владислава. Каждый из нас в нашем обществе, какую бы он нишу ни занимал, где бы он ни работал и чем бы он ни занимался, должен, когда говорит о истории, а в особенности, когда говорит о личности Владислава Арцинба, он должен давать себе отчет, что это не должно быть поверхностным, конъюнктурным, и в угоду какой-то сегодняшней ситуации политической это ни в коем случае нельзя допускать.